Всем приветик, мои дорогие! Меня, честно, переполняют эмоции. У меня сегодня самое первое родительское собрание в школе. Написали в группе, вот, мы первый А, вот. Девочки будут учиться в первом А. Иду на родительское собрание, я буду одна, а Расул с детьми в машине. Он говорит, куда-то поеду, я говорю, не надо, наверное, полчаса продлится это родительское собрание, и все. Что нам будут там выдавать? Учебники. И расскажут нам, да, что и как. Как будет проходить учение девочек. Я сегодня с сумочкой своей Louis Vuitton. Оригинальная такая, девочки, классная, да? И вот такие вот на мне, как называются, как, ну погоди, были вот штанишки у Волка. Сейчас они в моде. И еще такие разрезики. Так что я побежала. Честно, я волнуюсь. Увижу первую учительницу. У кого тоже было первое волнение? У меня есть немножко. Знаете, такие эмоции интересные. Я уже мама-школьница. Честно, не верится. Прям 7 лет прошло. Быстро-быстро. А, правда, Фатиме немножко меньше. Ей 5 лет и 8 месяцев. Здесь Расул, видите, купил арбуз. Надо его туда, в комнату. Но не успеваем, девочки. И что вы думаете, я забыла? Забыла в другой сумке карточки все расплачиваться. Хорошо, что у Расула есть. А то обычно у меня все в сумке. Чтоб у одного, да, были, не терять. Вот. В этот раз повезло. Не надо обратно ехать после собрания. Поедем, еще кое-что нужно прикупить. Сегодня у вас первое родительское собрание, девочки. Да, что там делают? Учебники там выдадут вам, расскажут мне, как и что, во сколько ходить в школу, до скольки, в каком кабинете. Хорошо. Ну, в общем, все расскажут. Хорошо, сейчас попадаю. Мансур такой красивый. И покажи свой попу. Да я уже показывала. Как настроение, Расул? Отличное. Всех приветствую, всем салам алейкум. Папа школьников, как быстро время пролетело. А мы остались такие же красивые, молодые. Пишите в комментариях. Так, у вас доехали. Было уже родительское собрание у первоклассников? Уже доехали так быстро. Да, у нас здесь 5 минут у школы. Еще мне на маникюр надо. Тут так красиво, везде зелень, иду. Масочка обязательная. Кустики красивые. Новая школа. Родительское собрание закончилось. Жду Расула. Что я хочу сказать? Учительница очень понравилась. Маска мне уже это надоела. Но очень жарко в классе, очень жарко. Сказали, с коротким рукавом надо купить рубашечки, а я взяла с длинным. Надо купить еще и с коротким, сейчас поедем в детский мир. Честно, 100 лет не стояла на остановке, даже не помню, как это бывает. Стою, жду. Кстати, вот они, книжки. На двоих девочек много. Хорошо, что пакетик с собой взяла. Моя сумочка. Карета подана. Сейчас заберу я эти учебники. Я залезла, она тоже залезла. Фатим, самое главное, ты школу хочешь? Да! А то многие умные мамаши писали, что мы отбираем у тебя детство. Оказывается, 1,5 часа ребенок будет сидеть в школе, учиться. Отбираем детство. 5 дней в неделю по 1,5 часа, Фатим. Будешь там с детишками, хорошей учительницей, со своей сестричкой сидеть, играть, лепить. Играть там тоже можно, Фатим, в игровой форме. Ты туда не иди, там машина. Нашли тачку. Сейчас зайдем. Рубашки посмотрим с коротким рукавом. Мансур говорит, живот болит. Животик болит, солнышко? Да. А что ты хочешь? Туалет? Да.
Всем приветик, мои дорогие. У нас сегодня такая жара, прям 40 градусов, уже четвертый день жарища. Так, я вот душ приняла, едем за канцелярией. Волосы тоже, видите, у меня пушистые такие. Вот, кстати, шампунь шикарный. Я пользуюсь Organic Zone, фирма. Уходовая косметика. С детским шампунем голову мою, мне очень нравится. Волосы у меня, конечно, после трех родов немножко пострадали из-за солнца, но оживляет этот шампунь, очень нравится. Кстати, у него вот есть и премия года. Он выиграл номинацию как лучший шампунь детский. Итак, за какой канцелярией я еду? В школу девочкам список дали. У нас есть группа специальная, там выдали список. То, что надо купить, именно, смотрите, какая у меня футболочка, кофточка. Угадайте, с какого сайта? Красота Колибри. И мерцает, видите, вот эти вот буквы мерцают. Все, я пошла. Чуть не сказала, я поехала. Кстати, я очень хочу научиться уже водить машину. Раньше я прям не хотела этого всего, а сейчас очень хочется. Так, одену свои тапочки оранжевые. Все, и поеду. Это вот Фатима пришла с площадки, не успела помыть кроксы. И что вы думаете, я джинсы переодела. Слишком блекло было, мне показалось. Одела черненькие. Завышенная, более-менее так симпатично. Все, я пошла. Там пока. Сегодня очень жарко. Расул футболочку сзади, но у него мансурик. Сейчас едем за канцелярией. Прям 40 градусов. Чувствуется, как 42 градуса. Прям по погоде написано, так и есть. Что хотите? Я уже не понимаю. Сейчас. Воду я взяла сейчас. Пустыня Сахара, водопой. А вот она школа. И новостройка строится. Мансурик играет игру. Девочки смотрят в окно. На кораблик, что ли? Ну, мы сейчас в канцелярию будем покупать тетрадки. Мансур, мы куда приехали? Мансур так хорошо разговаривает уже. Все говорит. Он сейчас говорит. Все понятно, предложение. Он сейчас говорил. Еще трех лет нету. Но он давно уже начал разговаривать, но сейчас прям... умные такие слова говорит, даже и трудные слова. Он сейчас говорил, мы приехали в Ашан, папа. Да, вот так он, вот так он спрашивал, да, вопрос задавал. А мы где канцелярия? Сейчас буду выбирать все то, что нужно девочкам. Тетради в клетку, в общем, здесь такой разнобой. Ну, вот так вот, видите. Разбрасывают все покупатели. Вот таких вот ящиков. Ну, здесь новенькие. Надо 10 в клетку тетради. И каждой девочке, получается, мне надо по 20. И в косую линеечку. 20 штук. Так. Вот такую. Еще взяла вот такие вот обложки. Здесь 10 штучек в комплекте. Взяла 4 штуки. В общем, по 20 тетрадей в клетку и в линию. Беру вот такие вот карандаши цветные. Все по 2 комплекта беру. Краски акварельные, пластилин, фломастеры. И много еще нужно. Всего. Пока я выбирала канцелярию, Мансурчик заснул. Он обедом не спал. Класс, он, смотри, класс сделал пальчиком. О, Фатима тоже спит. Или она засыпает. Ты их что, укачиваешь? Дети уснули. Диана, как всегда, нет. А Фатима с Мансуром спят.
Вы не представляете, как я устала. Взяла вот по списку то, что было. Искала все самое такое хорошее, красивое. Но вот в итоге все по списку взяла. Вот такие вот картоны все я покажу вам. Это не картон, а картон. Я уже запуталась. 2 часа набирала все. Много чего для 2 девочек, конечно, накладно получается. Искала вот доску для лепки. Оказывается, она вот такая. У девочки спросила. Другие тоже были, но эти, знаете, удобные. Альбомы вот такие. Не знаю, в школе можно? Даже музыка не мешает им. Спят. Мои золотые. Детки проснулись. Фатиме вообще холодно стало. Видимо, в одном положении спала. Покупочки. Все накупила. 2 больших пакета. Все, едем домой. Пока-пока.